Здравствуйте, многоуважаемые зрители канала «Заметки нумизмата». Рад очередной встрече с вами. Ну и с сегодняшнего дня я, с вашего разрешения, открою новую традицию нашего канала и нашего клуба, так как это уже явно клуб людей, увлеченных нумизматикой, и мы будем расширять форматы нашего общения. Так вот, сегодня открываю новую традицию – конкурсы канала и клуба «Заметки нумизмата». Сразу оговорю условия. Я задам вам вопрос. Когда вы увидите наш выпуск, увидите также внизу под ним, в расширениях, адрес электронной почты. В течение одной недели, пожалуйста, свой развернутый, подробный ответ присылайте на увиденный вами адрес электронной почты. А в обсуждении, в комментариях, пожалуйста, пришлите короткое сообщение. Свой ответ по конкурсу отправил, и мы будем таким образом видеть все честно, кто принял участие в конкурсе, и также честно объявим победителя. Но коли есть конкурс, то значит есть и приз. Этот приз перед вами в отличнейшем состоянии. 5 копеек Екатерины II 1788 года с буквами ЕМ, с высоким шикарным рельефом, остатками чеканного блеска, коллекционная монета высокого качества, вполне способная как украсить коллекцию, так и, возможно, какую-то выставочную экспозицию. Я думаю, те, у кого нет такой монеты и смогут ее выиграть, порадуются. А если такая монета есть, ну, значит, мы, конечно, на канале обсудим возможность компенсации и предоставления вам другого интересного для вас приза. Итак, будьте внимательны, мой вопрос. Возьмем первую половину XIX века. С 1832 года началась массовая чеканка русской золотой монеты и вообще золотых монет Российской империи, в том числе и выпускавшихся для других стран, других нужд. Именно с 1832 года, когда для чеканки начали использовать золото ленских приисков, или как это называли, колыванских приисков, в Российской империи могли чеканить в год до миллиона, иногда и больше золотых монет различных вариантов и номиналов. Золотая монета с какой датой и какая именно монета первой половины XIX века была начеканена самым большим тиражом? Пожалуйста, присылайте свои ответы на электронную почту строго, а в комментариях выпуска делайте сообщение. Свой ответ на почту отправил. Надеюсь, очень быстро мы получим правильный ответ и сможем поздравить победителя. А приз его не разочарует. Спасибо.